Привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вам показать покупки, которые я сделала на бренде Stacy Alex. Я думаю, что вы слышали о нем. Это белорусский бренд. Бренд этот был основан белорусской визажисткой Анастасией. Сейчас я попробую выговорить ее фамилию. Александрович, то есть Анастасия Александрович. Отсюда, наверное, идет Stacy Alex. У нее есть палетки, палетки названы в честь птиц, оттенки у этих палеток вдохновлены этими птицами, в палетке, как правило, 5 оттенков, также у нее есть кисти, также у нее кисть, ворс, кстати, для этих кистей заготавливается на небольших частных фабриках, и каждая кисть, она сделана вручную, ну, мы поговорим более подробно, и вот такой вот пигмент, назовем это так, из серии Star Glaze. У меня он в оттенке SG8 Vega, назван в честь звезды в созвездии Лиры. И этот, я видела видео, у нее есть все видео каждого оттенка, и этот, это такой, знаете, по видео глубокий серебристый спаркл, металлик. И вот эти вот серия Star Glaze, это такие жидкие, это такой жидкий концентрат сияющих частиц на водной основе. Это такой, как сама говорит Алекс, топпер, это финишный спаркл, который следует наносить поверх других теней. То есть это не самостоятельный оттенок, это именно как топпер. И покажу вам свотч, но сначала быстренько давайте хочу вам показать кисточку. Я ее специально купила, чтобы наносить вот этот оттенок. Видео, где она делает макияж, она именно берет вот эту кисточку C7 и наносит ею вот этот вот оттенок. Очень хорошо наносится, поэтому я решила ее тоже взять. Кстати, частенько у нее бывают скидки на сайте. И, допустим, вот эта кисточка мне обошлась в 5 евро, да, там 5 евро. То есть это такая маленькая плоская кисточка для сухих и жидких текстур. Здесь кукурузное волокно. И это такой вид растительной синтетики. То есть это синтетическая кисточка. Давайте ее откроем. Так вот она выглядит. Видите, здесь такая вот толстенькая. И к концу она, можно так сказать, уменьшается, сужается. Вот, подобрала нужное слово, вот она, это C7. У нее ограниченная партия вообще кисточек, я когда покупала, оставалось, по-моему, буквально там 4 кисточки, не знаю, делают ли они потом еще эти кисточки или делают они другие, но вот взяла именно для того, чтобы наносить, повторюсь, жидкие вот эти вот ее тени. Давайте покажу поближе, вот так вот. Это выглядит такая вот плотненькая набитая кисточка. Ну, мне кажется, как и многие кисточки, да, вот эти вот, которые такие маленькие, которые рассчитаны на для нанесения именно вот этих вот жидких текстур. Так вот она выглядит, такой интересный дизайн, очень удобный, мне кажется. С удовольствием попробую. Теперь давайте перейдем к жидкому топперному пигменту, как она говорит. Очень-очень красиво выглядел на сайте, в смысле на YouTube она показывала. Swatch, ну, вы сами понимаете, она все-таки продает их, поэтому она, возможно, выложила в лучшем свете. А мы посмотрим, как это есть на самом деле. Так, давайте откроем это все. Так вот. Эту пленочку откроем. Так вот, все это в коробочке. Вот здесь вот у нас Анастасия Александрович, оттенок CG8 Vegan. Видите, здесь вот тоже написано, что это жидкий. Вот Long Wearing Sparkle. Для лица также можно использовать, для тела, но что-то я себе не очень представляю. Но только если в каких-то таких, знаете, как это, каких-то модельных выступлений или каких-то таких арт-выступлений, ну тогда еще да. Так, давайте я все сюда это положу. Так вот. И вот так вот этот спаркл выглядит.
Здесь вот эта вот птичка, у нее обычно вся тематика в птичках, это пластмасса. Здесь вот написано Star Glaze, здесь 7 миллилитров, очень много. Пытаюсь найти, где тут написан оттенок. А ну вот он впереди написан, SG8 Vegan. Здесь ее сразу же официальный сайт. Наверное, будет это стираться, если часто использовать. Ну и вот видите, он такой прям жидкий-жидкий пигмент. Если честно, я себе не представляю, как его наносить на как базу, то есть, в смысле, как топер, потому что, мне кажется, он сам по себе очень уж такой пигментированный. Но как она говорит, чтобы вы... Так, как это у нас тут? Давайте откроем. Да, это что такое? Так, еще раз, попытка номер два. Давайте нанесем. Ой. Так, так. Что это тут такое? Что это за фигня? Я что-то не пойму. Ну ладно, давайте нанесем сюда. Ну да, можно его, конечно, как топер нанести. Он, видите, такой полупрозрачный. Ну и, видите, с такими как будто бы проплешинами, если наносить его как самостоятельный оттенок. Но если его наносить как самостоятельный оттенок, вы не хотите, допустим, какой-то такой вырви глаз, а хотите такой, видите, как... что-то такое полупрозрачное, но и имеющее одновременно оттенок, то можно и этот нанести сам по себе. Единственное, что-то тут, посмотрите, здесь много этого товара, но что-то он как-то, видите, особо не хочет наноситься. Это, конечно, очень странно. Во, посмотрите, ничего все равно не наносится. Я его уже и так, и сяк, и давайте еще раз закручу, и вот так вот его потрясу. И попытка номер 10. И то же самое. В общем, какая-то фигня. То есть, я не знаю, надо как-то эту, наверное, открывать придется, если она открывается. Ну, а что это даст? Ничего это не даст. В общем, выглядит очень жидким, но я себе не представляю, как это все будет наноситься. Ну, наверное, максимально, может быть, 5 раз это нанесется, когда кисточка вытерется. А что потом? Какую-то тонкую кисточку туда надо будет, наверное, сунуть. Я не знаю, может быть, я им напишу. Потому что все-таки так не должно быть, но попробую. Но оттенок действительно красивый, посмотрите, такой он, пусть с проплешинами, но если его, как она сказала, наносить как топер, то очень красиво на какую-нибудь, на какую-нибудь другую подложку, так, в принципе, смотрится красиво. Конечно, впечатлениями о ней нечего, как говорится, делиться, потому что... Так она выглядит на официальном сайте, так они мне прислали видео, как должно это выглядеть и как все это выглядит у меня. То есть с первого вроде бы сейчас еще как будто бы ничего, но стоит, видите, пробовать нанести еще. Это у меня всю ночь просто лежал вот так. Я связалась с ними, они мне сказали, что там просто, видимо, воздух попал, чтобы я и кисточку намочила, и чтобы я там правильно потрясла, и, в общем, что я там только чтобы не сделала. Я говорю, при огромном желании, мне им даже пришлось прислать видео, как я закрываю, как я трясу, как им показываю о том, что вот это явно не то, что они мне прислали, как это должно выглядеть, и не то, что у них на видео, то есть это явно не... То есть я не знаю, он высох или что с ним произошло, абсолютно не знаю. Вот попробую купить Duraline, туда залить, не знаю, получится что-то, не получится, посмотрим. Но понятно, тут впечатлениями своими нечего делиться. Хотя, знаете, когда она засыхает, она стоит так хорошо, крепенько. Но я не знаю, что это за такое. То есть они мне должны вернуть деньги. Надеюсь, они мне их вернут. Вот не знаю, в понедельник они должны вернуть. Посмотрим. Так, вот вроде бы цвет красивый, все как бы красиво. Но вот видите, это явно не то, что должно быть. Виновница всему этому заказу, это вот эта вот палетка от Stacy Alex. Стоила она 22 евро, плюс доставка 7 евро. Там была скидка на сайте 4 евро, и получилось мне эта палетка вместе с доставкой из Беларуси 24 евро 60 центов. Это палетка E27 называется. И... Fairy Wren, то есть
Это сказочный крапивник. Это семейство воробьиных птиц, ну, воробьинообразных птиц. То есть здесь такая палетка будет в таких оттенках воробьиных, можно сказать. Вот здесь название этих оттенков, и она очень-очень похожа на палетку от Наташи Динона, мне кажется. Прям вот так же эти оттенки написаны. Здесь вот видите, подписано, какие сатиновые, какие дуохромные, какие матово-шелковые. Здесь вот 5 оттенков по 3 грамма. И вот так вот, видите, она также, вот если взять, допустим, палетку от Наташи Динона, то, мне кажется, очень похоже, чуть она, конечно, меньше, но, видите, очень похоже, и перед палетки тоже, видите, вот эти вот квадратики очень тоже напоминают палетку от Наташи Динона, мне кажется, вот очень такая вот идея, как будто бы взята отсюда же, также, видите, вот открывается все это, как и у Наташи, то есть очень-очень похоже. Надеюсь, по качеству тоже будет. Вот такая вот здесь раскраска. Тут вот защитная пленочка. Так вот все это красиво выглядит. Давайте тут посвочим. Вот этот вот такой, посмотрите, тоже голограммный оттенок. Вот это дуохром. Матовый. Красивый. Давайте сюда нанесу. Вот этот очень красивый. У нее, в принципе, все говорят о том, что в каждой ее палетке присутствует вот такой вот какой-нибудь один очень красивый оттенок. Он такой, знаете, прям стар всей палетки. Вот он такой, как Special Shades можно его назвать. Так вот. И последних два матовых вот этих вот оттенка. Давайте покажу вам поближе. Ну, такие пигментированные. Такого темно тут коричневый. Такие вот. В принципе, пока что выглядит очень пигментированно, очень даже неплохо. Надеюсь, так же будет и выглядеть на глазах. Такая вот. У нее много палеток, очень-очень много красивых, каждодневных, разных красочных. Так вот, видите. Можно выбрать, знаете, из очень большого выбора, можно так сказать, потому что там действительно много красивых палеток. Вот прям, знаете, листаете, и каждого хочется, там все еще так красиво представлено, эти птички, этот раскрас птичек, и рядом с ними палетка, то есть все очень красиво. Маркетолог красиво поработал над этим. Такие. Вот такая вот палетка. Вот этих два красивых оттенка и три матовых. Но с этого оттенка уже блесточки начинают попадать в этот, и видите, немножко он уже не совсем матовый получается. Такая вот палетка. Вот здесь Stacy Alex с оттенками, сайтом и всей информацией.
первый. Призматический оттенок. И посмотрите, какой второй красивый оттенок. Давайте как-нибудь вот так вот покажу. Вот такой, видите, дуохромный второй, очень красивый. Вот он. Такие оттенки. Вот три матовых и вот этот призматический с дуохромным. Вот этот призматик оттенок, видите, он так кажется, его нету. И вот при повороте видится вот этот вот синий, голубой, даже ближе, призматический оттенок. И вот этот вот, видите, такой дуохром. Ну, я бы не сказала бы, что это тот дуохром, который, ну, в моем понимании дуохром, это просто такой вот сильно металлический оттенок. А здесь наверху я нанесла вот этот вот призматический полупрозрачный оттенок на самый светлый коричневый оттенок из этой палетки. И получается, видите, вот так вот. Так вот это выглядит. То есть при повороте это кажется такой вот, видите, то матовый коричневый, то такой вот прям поверх блестящий, вернее, то матовый, да, вот такой матовый оттенок кажется, да, при каком-то повороте. А при другом повороте видно вот этот вот металлический оттенок. Вот здесь вот тоже, видите, просто коричневый, светлый, а при повороте виден вот этот вот призматический оттенок. То есть его также можно наносить на какие-либо матовые оттенки, и тогда будет вот этот вот финиш. Ну, а так он самостоятельный, просто как будто бы без каких-либо теней, и потом вот виден вот этот вот отлив. Такие вот они. Два красивых оттенка. Очень мне очень нравится вот этот вот металлический красивый такой дуохром. Я таких не видела. И, допустим, у себя в моей даже там огромной коллекции не нашла бы такого аналога оттенка. Поэтому вот этот мне оттенок очень-очень нравится. Мне кажется, он очень такой необычный. Ну, вот этот вот призматический оттенок на матовый коричневый подложки. Ну, а здесь вот два самостоятельных оттенка. Очень, мне кажется, пигментированные они. Посмотрите, это даже без базы, без чего-либо. Очень пока что выглядит все хорошо.
еще поближе покажу. Прекрасно мы видели, как это все должно было выглядеть. А как выглядит у меня, с учетом того, что я уже даже развела это с Duralane, и все равно это вот, ну, из-за того, что я развела с этим Duralane от Inglot, она стала жидкой, но она все равно теперь просто жидкая, без какого-либо даже пигмента, поэтому это вообще далеко не то, что должно было быть. Но они мне вернули деньги, поэтому я просто, в принципе, нечего на него делать обзоры, так все понятно, но склонюсь к тому, что просто у меня какая-то была, не знаю, бракованная. Ну, кисточка сама тоже, в принципе, мне понравилась. Хорошо жидкие тени набирает, хорошо их разносит, распределяет. Здесь, видите, она такая вот небольшая, такая вот как плоская, туго набитая. И она такая, видите, прям маленькая, что, в принципе, удобно, даже если где-то в уголок глаза нужно. То есть, в принципе, кисточка хорошая, мне понравилась. И сама форма мне понравилась, такая тоже, знаете, красивая, интересная. Так что кисточкой я пользуюсь. Видите, она уже вся такая у меня в блесточках. Даже причем, допустим, вот такого формата, она, ну, я бы сказала, бы не очень удобно. Она именно для прям жидких теней, которые, знаете, надо из тюбика накладывать, а не вот такого формата. Для такого формата такая кисточка, ну, у меня только пальчики хорошо такое наносят. А именно для самой вот прям жидкого формата, то она кисточка хорошая, мне понравилась. И сами тени, в общем-то, они неплохие. Они даже без базы хорошо держатся. 8 часов вообще, в принципе, все выдержат. Любые вот из этих вот теней, они выдержат. Тут такие вот мелкие блесточки, но я не знаю, или они просто отсюда насыпались, или же они были такими с блесточками, потому что, если смотреть по оттенкам, то здесь вот вроде бы идет сатиновый вот этот вот, а эти прям глухоматовые, но, ну вот, матовый шелк, но, тем не менее, матовые. А здесь тоже, видите, такие вот, как будто бы блесточки видны. Поэтому, возможно, это просто насыпалось с этих двух оттенков. Но, конечно же, если вы ищете что-то яркое, такое прям, знаете, интересное, то просто нужно выбрать другую палетку, другой какой-то раскраски. Здесь из-за того, что здесь, вот видите, три таких коричневых, она немножко такая скучноватая. И более такая базовая. С другой стороны, она такая прям каждодневная. Вот этот вот оттенок, он мне не очень понравился, именно из-за того, что он такой вот, как самостоятельный оттенок, он, видите, такой вот, как просто какой-то такой слабенький, голубенький. Если его наслаивать на какой-то другой, то получается вообще какая-то ерунда. Вот. То есть вот если я пробовала его, если наслоить просто поверх какого-то оттенка, то, в принципе, видите, ну, он просто чуть поярче, но, в принципе, то же самое получается. Нету какой-то разницы, например, что вы его наносите как самостоятельный или как на поверх какого-то оттенка. Здесь вроде бы он и кажется таким вот другим, но на самом деле все на глазах там, в принципе, выглядит одинаково. И как самостоятельный оттенок, да, вот как будто он был, вот видите, каким-то слегка таким переливается голубоватым, но
какой-то такой, ну, видите, он как будто бы у вас и нету, а тут вроде бы что-то таким голубеньким отдается, но, в общем, как-то так себе оттенок, как самостоятельный. Ну, вот этот красивый оттенок, несмотря на то, что он такой как будто бы кремовый, он долго держится. Эти все матовые тоже очень долго держатся. Вот этот вот коричневый такой темный, он, если растушевывать его, он именно в такой как более черный смотрится. Я больше думала, что он будет такой какой-то кофейно-коричневый, но он, если его наносить куда-то в складку, он смотрится именно таким как более черным. То есть сразу же такой, знаете, как немножко такая, как грязь получается. Видите, такой оттенок, как будто бы как грязный оттенок. То есть так себе мне этот оттенок не очень. Ну, вполне каждодневные вот эти вот два оттенка носибельные. Вот этот очень у меня был такой в обиходе для складки. Какой-то же я вот этот когда-то наносила. В принципе, оба они хороших. И несмотря на, что, на этот, на, несмотря на то, что этот такой вот прям светлый очень оттенок, он очень хорошо и красиво смотрится на в самой складке. Видите, вот такой вот. Хорошо очень смотрится в складке, красиво очень смотрится в складке тоже. Несмотря на то, что я видела много, ну не много, видела несколько отрицательных отзывов, причем не на саму палетку, а на их customer service, то есть на их обслугу, на их общение с клиентам. То есть были какие-то нарекания. Я видела видео, где девочка рассказывала о палетке, и она ей не понравилась. Она рассказывала, почему она ей не понравилась, и как по ее рассказам к ней обратилась Стейси Алекс, к ней обратилась. Очень она была недовольная, можно так сказать, там, не знаю, комментировала она очень так негативно, что не должно было быть, конечно же. То есть человеку может понравиться, может не понравиться, но не знаю, у меня была вот эта вот неприятная ситуация, ну не то, что неприятная, но такая так себе ситуация с жидкими этими тенями. Они, конечно же, мне деньги вернули, но вот это вот, знаете, где там воздух, вам нужно размешать, вам нужно добавить водичку, вам нужно тону, в общем, мне скажем так, приходилось им высылать фотографии, видео для того, чтобы доказать, что тут не в воде дело, что не в воздухе дело, она не раскрасится, они просто сухие. То есть пришлось так немножко, как говорится, с ними пообщаться, но они мне деньги вернули, поэтому так, ну как бы в принципе, например, там у других customer service, показав им такое, это понятно. У меня даже на видео все есть, как я им высылала, ну им высылала, что на видео красила, доставала, все показывала. И, ну, другие бы просто бы или вернули бы деньги, или бы выслали бы новый, но здесь, как говорится, пришлось попыхтеть, но деньги вернули, поэтому, ну, так вот. Слышала негативные отзывы именно об их общении с людьми, как бы, но если уберем это, то палетка мне в принципе понравилась, особенно на вот такой, знаете, каждодневной основе, видите, такие прям вполне носибельные оттенки, то есть такие прям каждодневные, и вот если вдруг хотите вы какую-то такую красивую украшалочку на вечер, вот вам, пожалуйста, и украшалочка есть, то есть все как бы есть, но вот этот вот немножко такой бестолковый оттенок, конечно же, для меня это такой подкос под Наташу Динону, и одновременно подкос под Пэт Маграт, где у нее какие-то вот палетка теней, скажем так, простых оттенков и ее special shades какой-то. И вот здесь вот у нее вроде бы простые оттенки, и обязательно в каждой палетке у нее есть, у нее есть special shades, назовем это так. Здесь это вот этот вот оттенок, который у нас называется lime, дуохромный оттенок. Ну, дуохромным я бы его, конечно, не назвала бы, но в принципе она не из дорогих этих палеток, ну, там, не из самых бюджетных, скажем так, но и не из дорогих, судя по тому, сколько стоят сейчас палетки. Поэтому я бы могла бы рекомендовать ее к покупке, у нее очень большой выбор этих палеток, там, яркие, разные, каждодневные, вечерние, в общем, каких только там нету. Я специально, в принципе, выбрала каждодневную палетку, поэтому вот по этой гамме она именно вот такая, вы знаете, офисная, каждодневная, дневная палетка. Поэтому мне она понравилась. Мне понравилось в ней то, что ее
никакие базы не нужны, она сама держится просто прекрасно. Так что могу рекомендовать. Палетка мне понравилась, и Стейси Алекс мне вот так вот с того, с чего я попробовала, мне понравилось. Ну вот на этом все. Спасибо за внимание. Всех целую. Всем пока.